Всем привет! Сегодня 18 августа, сегодня вторник, и сегодня я буду разговаривать с Луи. Луи — это наш студент из университета Уорик, который учил русский язык в университете Уорик. Я говорю «учил», потому что Луи недавно закончил университет. Луи, здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Хорошо, спасибо. А у вас? У меня тоже хорошо, спасибо. Луи, вы сейчас в Англии или нет? Сейчас я в Испании с семьей моей девушки, но я живу в Бристоле, в Англии. Луи, первый вопрос такой. Сколько лет вы изучали русский язык? И сколько лет вы изучаете русский язык? Я изучал русский язык 2 года. Я начал на 2-м курсе и продолжил на 3-м курсе. Хорошо. То есть вы начали изучать русский язык в университете? Да. Да. Угу. Почему вы решили изучать русский язык? После первого курса я знал, что я хотел изучать иностранный язык, и я думал, что мне следует изучать немецкий язык, потому что я изучал его 4 года в школе. Но потом я решил изучать русский язык, потому что моя девушка русская. Отлично. Хорошая мотивация. Вы изучали немецкий язык, русский язык, то есть вы говорите по-немецки, по-русски и по-английски? Нет, я изучал немецкий язык, но сейчас не помню немецкий язык. Хорошо, но немецкий язык сложный, да. Да, да. Я тоже изучала немецкий язык в университете. А-а-а. Да, но я говорю тоже не очень хорошо, чуть-чуть я знаю. Да. Хорошо, отлично. Следующий вопрос. Вы родились в Англии или нет? В каком городе вы родились? Да, я родились в Англии и вырос в различных деревнях в Сомерсете. Там много полей и холмов. Хорошо. Сомерсет — это на юго-западе Англии. Это графство в Англии. Да? И главный город — это Бат, правильно? Бат или Бристоль. Бристоль, около Сомерсета, по-моему, да. И я была в Бате. Бат — очень красивый город. Ваши родители живут сейчас в Сомерсете? Да, они живут в Сомерсете с моим братом. Я знаю, что в Сомерсете развито фермерство и сельское хозяйство. Там делают чеддер, по-моему, сыр чеддер. Да, там недалеко от Чеддера. А, да? Отлично. Да, да. Ага. И еще там делают сидр из яблок. Традиционный английский напиток — сидр. Да, Thatcher's. Thatcher's side — сидр. Ага. Отлично. Хорошо. А что вы изучали в университете? В университете я изучаю физику. Не было сложно совмещать физику и русский язык, потому что вместо некоторых лекций по физике я ходил на уроки русского языка. Следующий вопрос. Вы уже были в России? Да, я 2 раза был в России. Моя девушка из Хабаровска. Так что мы туда ездили проведять ее семью. Я думаю, что центр города очень хороший, но в других местах чуть-чуть скучно. Хабаровск — это на Дальнем Востоке, это рядом с Китаем, на границе с Китаем, по-моему. Да. Около Владивостока, это очень далеко от Москвы. Вы летели на самолете из Москвы в Хабаровск? На самолете, я думаю, что 8 часов.
8 часов на самолете. Да, это очень далеко. Какие у вас хобби? Вы любите музыку? В свободное время я люблю смотреть фильмы и слушать музыку. Я также люблю играть на пианино и на гитаре. Вы слушаете русскую музыку или нет? Вы знаете русских певцов, музыкантов? Нет, я не знаю русскую музыку, но семья моей девушки очень любит русскую музыку, конечно. Хорошо, они слушают русскую музыку. Mm-hmm. А какую музыку слушаете вы? Английскую? Да, английскую. Я слушаю английскую музыку, особенно фолк-музыку. Отлично. Последний вопрос такой. Какие у вас планы на будущее? Что вы будете делать? Вы закончили университет. Что теперь вы будете делать? Я недавно переехал в Бристол, и я хочу работать неполный рабочий день и заниматься музыкой в свободное время. Луи, большое вам спасибо за наш разговор, за интервью. Я желаю вам удачи в личной жизни, в карьере, чтобы у вас все было хорошо с работой, и продолжайте изучать русский язык. До свидания. До свидания.